2018 год, Харьков, площадь Конституции. Десятки уже, наверное, раз здесь снимал. Ну, настолько здесь красиво, что не вижу повода не поснимать еще разочек. Т-34 и Марк 5. Марк 5. Вон у нас скрипач на крыше, теперь он у нас в двух экземплярах. Один на универе на стекляшке. Ай-яй. И один здесь. Цель квеста — собрать оркестр. Ника. Истуканы. И тут чудесно. Ракурс какой. И Ника, и Покровский собор. И за ним выглядывает Благовещенский собор. И тут же Успенский собор. То есть сразу... А! Сразу три. Вон у нас даже видна крыша горсовета. Вон он. Один из символов города Харькова. Официально. Успенский собор — второй символ. Не по очереди, а здесь просто второй. Покровский собор — третий. И Благовещенский собор — четвертый. А сама площадь Конституции тоже, кстати, является... Как это называется? Ансамбль площади Конституции является символом города Харькова, насколько я помню. Да, сейчас иду на стрелку. В Харькове это не память о 90-х лихих, а место слияния двух рек. Стрелка.